В окружении молодого живописного парка в рамках недели родительской любви активисты отцы из рядов общественного объединения «Белая Русь» высадили новую аллею. Аллею отцов, которая символизирует неоценимый вклад, который папы вносят в жизнь своих детей. Это уже наша стала традиция, да, неделя любви, поздравлять и матерей, и отцов, потому что, ну, полноценная семья – это, конечно, полноценная ячейка нашего общества. Ну и сегодня мы закладываем такую аллею, аллею отцов. Пригласили мы сюда наши первичные организации для того, чтобы вместе, совместно здесь заложить эту аллею. Вообще уже много сделано в парке тысячелетия. С самого начала Белая Русь всегда была на волне всех мероприятий, на волне субботников. Здесь нашими руками посажены многие деревья и кустарники. И эту хорошую традицию мы, конечно, продолжаем и в этот год. Надо еще отметить, что парк тысячелетия – это, наверное, самый молодой парк города Бреста. Он расположен в таком бурно растущем, развивающемся районе города Бреста, Зареченском, как его называют. Поэтому вот эта аллея, которую мы сегодня посадим, она будет еще одним местом уюта, местом игры, местом, где могут мамы с папой, с детьми прийти погулять, насладиться, так сказать, таким маленьким кусочком природы, ну и в конечном счете поиграть просто. В неделю родительской любви эта инициатива наполнила наш город семейным теплом, ведь отцы пришли на высадку аллеи со своими семьями. Совместными усилиями они посадили порядка 30 молодых берез и с удовольствием потом будут прогуливаться по собственноручно высаженной аллее все вместе. Как относитесь к празднику? Положительно, потому что отцов ровно столько, сколько и матерей. Поэтому немаловажно, чтобы был у отца тоже праздник свой. Праздник хороший, нужный. День матери празднуем дольше. День отца тоже должен быть, потому что отцы принимают зачастую не меньше, иногда большее участие в жизни семьи. Мы работаем в 5-й поликлинике, рядом находится, решили благоустроить прилегающую территорию в меру скромных сил. Аллея отцов непременно станет местом для всех, кто любит проводить время на свежем воздухе и стремится выразить свою благодарность и любовь к особенному человеку в своей жизни – папе. Василина Буцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.